Сегодня в видео мы рассмотрим очень практичную и удобную сумку для переноса животных Изабелла. Разработана переноска итальянской фирмой Кроки. Первое, что бросается в глаза, это хорошее качество нейлона, из которого сделана сумка. Он прочный и устойчивый к царапинам. Сверху сумки открывается один отсек с помощью змеек. Сетка может накрываться сверху. Сбоку переноски открывается еще одно отверстие для выхода животного. Оно также закрывается с помощью змейки на сетке и накрывается сверху. В передней части сумки расположены два объемных кармана на липучках. В задней части сумки также расположен карман, но теперь один, большой, на змейке. Сумку можно носить как на длинной ручке, так и пользоваться короткими. В переноске съемное дно, а также есть карабин для пристегивания животного. Однозначно, эту сумку мы рекомендуем. Она выполнена из качественного материала, не маркая, оснащена множеством карманов и отсеками для выхода животного.